Как добиться регистрации реальной оппозиционной партии «Алга Казахстан»? По приказу Токаева Министерству юстиции незаконно отказали партии «Алга Казахстан» в начале регистрации уже 14 раз. Ссылаясь на статью 8 закона о политических партиях, лживо утверждаю, что члены инициативной группы партий мертвые. При этом Министерство юстиции не исполняет свои прямые обязанности, не дает разъяснений, кто же не соответствует этой 8 статье. Почему Токаев не регистрирует реальную оппозиционную партию? Потому что Токаев боится конкуренции, боится потерять власть. Поэтому было принято политическое решение не регистрировать оппозиционную партию «Алга Казахстан». А что нужно сделать, чтобы отменить это политическое решение и как в итоге добиться регистрации? Чтобы добиться регистрации, надо показать нашу силу. А для этого надо прийти в Астане к Министерству юстиции по адресу Мангалик Ель 8, 1000 человек, в Алматы к Департаменту юстиции по адресу улица Зенкова 47, 1000 человек. Также в других городах, областных и районных центрах департаментом юстиции по 100-200 человек. Тогда власти в лице нелегитимного президента Токаева ничего не останется, как зарегистрировать партию в тот же день. Мы поставили себе задачу зарегистрировать партию. Далее провести съезд, принять устав и программы партии. А для этого нужно поддержка всех казахстанцев. В связи с этим, уважаемые друзья, призываем вас поддержать нашу инициативу. Что для этого необходимо сделать? Присоединить к инициативной группе партии с видеоподтверждением одного человека. Прийти 24 мая в 11 часов дня к департаменту управления юстиции, показать, что вы живые, и потребовать регистрации. Общими усилиями мы обязательно добьемся перемен. Алла Казахстан.